Меня зовут Людмила Александровна. Я являюсь генеральным директором клиники «Солнце», салона «Orange Beauty Sun». Косметологией занимаюсь очень много лет, с 1998 года. Косметология – это стремительно развивающаяся отрасль медицины. Поэтому месяц за месяцем, год за годом погружаюсь и погружаюсь в эту профессию. Недавно поступило предложение от журнала «Искусство потребления» преобразиться. Это стало интересно. И я решила попробовать себя в новом образе.